Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш вебинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Напомню для всех, есть у вас возможность задавать свои вопросы в чат, пишите, что хотите уточнить, что хотите спросить. А я все ваши вопросы вижу, стараюсь на них сразу же отвечать, как только эти вопросы появляются. Да, для того, чтобы вопрос задать, напомню, надо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте alpari.ru. А если пока личного кабинета еще нет, можете его зарегистрировать. Регистрация абсолютно бесплатна, ни к чему не обязывает. А после этого будет у вас доступ в чат, будет у вас доступ к торговым платформам, будет возможность получить бонусы за регистрацию личного кабинета Альпы, который обменивается на деньги, пускается на улучшение торговых условий. Напомню, что проводим мы анализ без использования каких-либо индикаторов, сложных торговых подхода, все просто, смотрим уровни поддержки сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на них, и дальше уже пробуем от них торговать. Да, давайте начнем обзор, как обычно, с кратенького анализа календаря экономических событий, посмотрим, что здесь на сегодня у нас есть, да, что у нас будет, что может быть. Вот, обратить внимание, в принципе, на сегодня что, да? Ну, тут Океания, Евросоюз немного поторговались. Важный момент, 8.30 это выступление главы ЕЦБ Драги, да? То есть это как бы, ну, важнейший момент. И интересно вообще, что он скажет по поводу там Британии, по поводу дальнейшего будущего сотрудничества и вообще существования еврозоны и так далее и тому подобное, да? И плюс он еще будет выступать завтра в 11.00, видимо, что в 8.30 не успеет все рассказать, очень много запланировал всего, да? Вот, поэтому, в принципе, можно ориентироваться именно на это время, все остальное, что у нас тут есть, не думаю, что как-то сильно повлияет вообще на наше принятие решений и на нашу торговлю в принципе, да, в целом и общем. Поэтому ориентируемся именно на это время. До этого времени, до 8.30, желательно быть вне рынка, желательно закрытие позиций, которые есть. Но в следующем, в принципе, неделя более-менее спокойна, и ну, каких-либо тут потрясений, я не думаю, что что-то будет. Да? Вот. В принципе, и все. Давайте посмотрим графики, посмотрим, что нам там теханализ подсказывает, рассказывает, да, что торговать, что не торговать. Ну вот по евро-доллару касаясь, зашел я пока в продаже, в шорт, собственно. Стоп большой достаточно за максимум сегодняшний. Думаю, потихонечку подтягивать, когда будут появляться опорные точки. Ну, а по целям пока сложно сказать, но я думаю, где-то в район 1.07 надо целиться. То есть 1.07, 1.0670 каких-нибудь надо смотреть. Да, опять же, все это дело будем смотреть по ходу развития ситуации. Вот. Если ну, посмотреть, откуда заходил, по, собственно, пробитию и, собственно, тесту локальных максимумов, которые были, был тут уровень достаточно интересный был, вот, с него, собственно, и заходил, да, сейчас пока, ну, будем сопровождать цену, смотреть, куда будем двигаться, я думаю, что, ну, до вечера точно будем стараться двигаться именно в этом направлении и до 8.30 надо держать руку на пульсе, потому что могут там выступления, ну, много чего интересного может, конечно, наговорить и может как-то сбаламутить рынок. Поэтому по евро-доллару пока шорт, и я думаю, что есть смысл держать. Ну, соответственно, по швейцарцу покупки, и в покупке надо было покупаться чуть ниже, на уровне. Была у нас тут возможность, видите, давали. Тестировали уровень, да, давали возможность зайти. Сейчас пока видите, ну, рост по швейцарцу, докуда рост, где цель, я думаю, где-то до вот этого уровня, где и раньше были 98.70, 98.60, 98.70, это примерно отметка, до которой мы пока будем расти, по крайней мере, в ближайшей перспективе, сегодня-завтра, что называется, поэтому... А по швейцарцу, если кто-то стоит в покупках, не переживайте, да, даже если тут будет вас немного, скажем, откатывать, есть еще немножко куда двигаться и куда, собственно, идти. Поэтому пока, ну, по швейцарцу, если кто-то стоит в покупках, есть смысл держать позицию и дальше. Итак, по фунту, да, ну, по фунту понятно, что поехали тут вниз, хотя, в принципе, не особо понятно, я, если честно, ожидал,
что ну, начнет корректироваться, начнет откатывать фунт, да, хотя это он не делает. Вот, если кто-то стоит в продажах все-таки, ну, заработал тут на этом движении, да, мои поздравления. Вот, ну, а насчет того, держать дальше позицию или не держать, коль уж начали отъезжать, я думаю, что есть смысл держать и дальше. Будут тут какие-никакие коррекции, но пока, ну, лично для меня фунт, как инструмент, скажем, загадка, да, и пока в него не хочу влазить, тем более не вижу каких-то техничных моментов, техничных вообще ситуаций. Так, мы торгуем по техническому анализу. Здесь очень много сейчас сторонних факторов. Это политика, это скорее даже просто какая-то паника, жадность человеческая, да, желание тут заработать. И все это дело начинает немного работать в унисон. Каждый тащит на себя, поэтому ну, есть тут пока противоречия, с которыми сложно справиться. Поэтому фунта пока не трогаем. Пусть разбираются сами. Дальше по иене. Да, что по иене. Иена здорово укрепилась. Похоже, собирается продолжить свое укрепление. 101 сейчас торгуется. Важный очень уровень. Да, это уровень 100. Вот. Дойдет до него цена, не дойдет, не знаю. Почему важно 100? Это скорее просто психологически. Техники на нем пока никакой нету. В принципе, даже и не смотрится. Да. Вот, но единственное, что смотрится, это то, что проколы были, да, и ниже 100, грубо говоря, и не пошли, ну, 98.80, я имею в виду закрытие ниже 100, в принципе, и не было, да, то есть быстренько отскочили, сейчас, в принципе, иена пытается, ну, даже ничего не пытается, стоит в боковике просто-напросто, и все. Вот этот хвост, который был тут отскок, вы можете посмотреть у всех практически валют, тоже евро, тоже фунта, так, точно такая же расторговка, точно такое же движение. Пока по иене просто-напросто боковик, если посмотреть что-нибудь помельче, таймфрейм какой-то, ну, не вижу, скажем, интересных моментов, которые действительно стоило бы рискнуть, да, по которым можно там получить какое-то вознаграждение, какую-то прибыль. Поэтому пока просто-напросто по иене оставляем в сторонке. То же самое, не вижу какой-либо интересной активности. По австралийскому доллару с утра, собственно, была покупка у меня примерно с этого разворота, и закрылась она без убыток. Да? То есть ничего не заработал. Вот, что сейчас по австралийцу? Ну, по австралийцу есть пока идеи, да. Но это на уровне идей попробовать еще раз взять в покупке, но попробовать уже, скажем, когда будет вход более надежный. Да? То есть тут первая попытка пойти не получилась. Сейчас посмотрим вторая, будет ли вообще и что из этого получится. Пока же видим, что цена стоит на этом уровне, да, и вниз, хотя бы вниз не идет. Да, это уже хорошо. То есть вверх не двигается и вниз то же самое. Вот, возможно. Посмотрим, как сейчас цена тут будет расторговаться на уровне, да, ну, получится здесь выйти наверх, не получится. Если получится выйти наверх, можно попробовать покупки по австралийскому доллару, ну, а если не получится, тогда, скорее всего, продолжим двигаться вниз. Да, сейчас видим, что 0.74 уровень, да, и, собственно, уровень важный, уровень достаточно, ну, важный именно для австралийского доллара. И пока цена торгуется выше этого уровня, да, нам же остается наблюдать, смотреть и как вообще цена воспримет этот уровень. Восприняла цена этот уровень, ну, скажем, нормально, вот, и в принципе можно посмотреть дальше, да, то есть пока сказать точно будут тут покупки, не будут, не берусь, но в любом случае будем наблюдать и возможно что-то и получится, да. Почему-то хочется австралийца покупать, что называется, брать в покупки, да, ну, потому что он наметил, в принципе, ход наверх, австралиец, да, единственное, что вот этот Brexit британский впустил его обратно, да, и хорошая возможность ну, набрать, скажем, позицию и зайти пониже, вроде как метит австралиец все-таки наверх пока, да, но, опять же, будем смотреть, как здесь будет расторговка, будет ли это только один разворот, да, либо здесь появятся какие-то моменты. Ну, в любом случае придется подождать фильтров, дополнительных сигналов, после этого только заходить. Пока, ну, скажем, это еще ни о чем не говорит. Да, может быть просто-напросто ну, какой-то разворотик и все. По евро-доллару, собственно, тут цена пытается разворачиваться.
Вот, посмотрим, что из этого получится. Ну, наверное, надо пока прикрыться по евро-доллару. Попробуем зайти попозже. То есть пока не самый лучший вариант. Вот. Так, по австралийскому доллару, да, возвращаемся, смотрим, как будет торговаться на уровне и вообще будет ли держать этот уровень. А дальше по новозеландскому доллару. То же самое, картина, как и по австралийцу, да, то есть собирался двигаться наверх, очень жестко его приземлили и, ну, возможно, вырулит обратно все-таки наверх, да. Вот, поэтому, ну, или австралийца торгуем, или новозеландца, выбираем картину, точно такой же, сетап, все точь-в-точь, вот обратите внимание, да. А дальше, канадский доллар, в пятницу, собственно, ну, собирался, не собирался, даже шортил канадца, но по итогу получился все-таки стоп, да. А почему так произошло, что вышло, ну, понятно, да, то есть все еще здесь отголоски, скажем, того, что британцы наворотили. Надо смотреть нефть. Нефть у нас продолжает снижаться. 47.70, да. А, ну, этот уровень еще нельзя сказать, что пробили этот уровень, да. Есть еще вопросы, зоны, возможно, как бы будет выход из этой зоны, поэтому надо пока смотреть за нефтью, следить очень внимательно за нефтью. Получится ли тут пробой, не получится, но судя по всему, по нефти, ну, вероятнее всего, нас ждет какое-то снижение, причем снижение, ну, весьма серьезное, возможно, даже там долларов до 40, потому что, смотрите, попытка вверх, не получилось, да, опять подняли, разогнали, попробовали, опять не получилось, то есть, возможно, продолжится та кутерьма, которая была по нефти, да, со снижением, ну, опять же, надо смотреть, как этот уровень, как эту зону мы пробьем, не пробьем вообще, но в целом вырисовывается картина, либо продолжится просто боковое движение, да, либо все-таки стоит ждать пробития и снижения, тогда снижение будет существенное, возможно, даже, ну, вплоть до тех отметок, откуда был подъем, откуда был разворот, до там, ну, 33, да, но это уже так в перспективе, а до 40 вполне возможно все это дело и будет, да, соответственно, ну и по канадцу стоит смотреть именно наверх, а не вниз. Смотрите, подошли уже здесь к этому уровню, да, давайте дневной построим уровень по дневке, как он смотрится и как его расторговывать, да, но в любом случае надо дождаться пробития 1.30.40 и дальше попробовать просто перезайти наверх. Пока же здесь, ну, тяжеловато, туговато идут дела, да, пытается двигаться, но опять же, тут скорее движение идет именно за счет нефти. То есть, если нефть пробивает свой, тут 47.60, да, и пониже закрепляется, соответственно, по канадцу можно заходить в покупки, в лонг и уже со всеми вытекающими, да, что называется, последствиями. Вот, так что по нефти пока такие вот дела. Глянем только австралийца. Ну, видите, попробовал, попытался расти. И пока никак. На меньшем таймфрейме. И пока никак, да. Вот. Посмотрим. Пусть поторгуется на уровне, чтобы определить вообще, есть ли тут сила какая-то или нет. Ну, а если нет, будем шортить. Вот. Евро-доллар тоже попытается подняться, да. То есть, наш тут покупки. Посмотрим, докуда подымутся. И дальше уже будем принимать какие-либо решения. Дальше по доллар-рубль, да, доллар-рубль идет стабильно, пока ходил тут в коридорчике, а сейчас идет, ну, уверенно будет идти к верхней границе 66.80-67, а дальше надо следить за нефтью, да, если нефть очень существенно подешевеет, соответственно, доллар укрепится. Но вообще вот этот коридорчик, конечно, красивый, да, но я думаю, что в этой расторговке, ну, с этой расторговки может начаться разворот, да, может начаться разворотный момент и может попробовать все-таки ну, доллар, да, двинуть обратно наверх, то есть 67 первая отметка, да, дальше 70 и, ну, там уже дальше не загадываю, да, но именно с таких моментов, именно с таких расторговок и начинается разворот, и начинается серьезный глобальный разворот, да, то есть тренд, какой-то боковик и дальше
поехали, что называется. Да? То же самое может произойти, конечно, и здесь, поэтому надо, ну, наблюдать. Да? Вот нефть пока показывает характер. Дальше, золото. А что тут по золоту? Слышал там, опять же, все, когда по Британии референдум, да, все резко опять вспомнили про Сороса, ну и загадывали, там будет он шортить золото, о, золото, фунт не будет шортить, да, ну, в общем, по поводу фонда, там, по-моему, сказали, что заработал на этом референдуме, но не на фунте, да, то есть там говорят, что по золоту что-то он двигал, там еще где-то. Вот, не знаю, большой вопрос, конечно, но что по золоту, да, по золоту пока ничего, максимум обновить не можем, вот, цена немного замедлилась, и на самом деле тут понедельник хорошего входа пока не видим, да, а диапазон расширился, есть у нас, скажем, сверху, ну, уровень, да, который пока золото пытается пройти, получится пройти, не получится, тут уже надо смотреть и, ну, в будущее, к сожалению, не заглянешь, да, может и к счастью. Поэтому так точно сказать, что вот пробьем его, не пробьем, нельзя, да. Но если пробьем уровень наверх, тогда уж открываются покупки, можно будет, собственно, заходить в покупки по золоту, да. Ну, а в противном случае откатимся пониже и... возможно, наторгуем где-то точку для продаж. То есть пока продаж не вижу, покупок тоже. Спорный вариант, надо смотреть. То есть какого-то, ну, преимущества в какую-либо сторону, к сожалению, не видно, да, куда бы тут золото, ну, могло бы пойти. Да тем более и понедельник после тяжелой прошлой недели еще пока ничего не наторговано. Сложно что-либо сказать. То же самое, практически то же самое и по серебру, да, то есть тоже границы вроде как намечены, немного диапазон расширился, но здесь скорее цены снизу поддерживают, а по золоту придерживают именно сверху, да. Ну, глянем просто доллар, индекс доллара, смотрите, под максимум 96.50, да, это все, ну, говорит, в пользу укрепления, усиления доллара, да, и, ну, возможно, тут на том же референдуме, да, прошлый день, вот пятница, здорово подъехали, и продолжается укрепление, и, ну, возможно, конечно, инвесторы, многие решили уйти в доллар, решили там спрятаться, засесть, да, тем более, что там ходят вопросы по поводу повышения процентных ставок, и весьма вероятно, что будет, поэтому будет получать ну, доход на свои капиталы, на свои депозиты. Ну и будет дальше доллар, я думаю, укрепляться. Там до отметок 99, 100, возможно, и доберемся. Так что поэтому пока, ну, весь прогноз, да, надо рассматривать, исходя именно из данных показателей. Да? Так что такой вот прогноз золота, пока еще ничего не решено. Нефть то же самое, пока стоит на месте, попытка уйти выше не получилась, по евро то же самое, попытка уйти выше не получилась, и можно попробовать, кстати, наверное, но евро как евро, попробуем все-таки австралийца зашортить, хорошая отметка, мне нравится. Вот, попробуем, ну, продать именно с этой точки. Вот, ну, есть тут, скажем, заходить на меньшем таймфрейме. Будем надеяться, что и на старших таймфреймах наши входы, да, наша модель все-таки подтвердится и дальше пойдет движение вниз. То есть пока стоим так. Ну а по целям, я думаю, что надо пока, ну, сопровождать все-таки сделку и просто на автопилот не отодвигать. Вот. Глянуть. Все-таки развитие получим, да, движение вниз. Но то по целям, я думаю, где-то 72.90, 73 примерно это будет наша цель. Вот, попробуем, ну, додержать позицию до этой отметки. Да, дальше уже будет видно, насколько мы были правы, насколько мы были неправы. Да? Вот такой обзор на сегодня по основным валютным парам. Напомню, что сегодня еще понедельник, а довольно-таки вяло все происходит на рынке. Да? Плюс еще рынок там будет восстанавливаться, не будет после
событий прошлой недели, поэтому будьте внимательны, осторожны, попробуйте снизить объемы позиций, по крайней мере на сегодня, да, и старайтесь использовать наиболее вероятные, наиболее точные точки для входа позиций. Ну, на этом у меня все. Всем хорошего дня и до встречи на наших следующих семинарах.